Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни то, что ты самый лучший. Че вы хотите, свинюки? Ляпа вылазили? Получи. Сейчас мы с вами разберемся. Ого, как! Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, Мультипульти, всем вкусняшка мороженок. И сегодня новые приключения аниматроников. Да, ребята. Итак, смотрите, сегодня у меня Фредди Той пригласил Той Чику. Смотрите, как она нарядилась. Красавица, розовый цвет. И пригласил кошмарного Фокси и кошмарного Бонни в бургерную. Да, друзья, сегодня аниматронички будут кушать гамбургеры. Вот, офигеть, друзья. В GTA появился новый гамбургер-шоп. Итак, давайте зайдем, посмотрим, что это за гамбургеры, кто их делает, кто тут работает. Я обожаю гамбургеры. Так, посмотрим, что тут интересненького. Так, друзья, сейчас будем заказывать. О, смотрите. Не понял. Тут что, свинюки работают? Чуля, что это тут скандал какой-то? Смотрите, Той Чика чем-то недовольна. Официант оправдывается. Так, ля. Кошмарная Чика тут работает. Прикол, не понял. Ля, зеленые свинюки. Так, ладно, друзья, давайте выбирать гамбургер. Так, вы какой будете? Так, я буду 100% тройной. Я буду тройной кока-колку и маленькую фришку. Я так люблю, я так люблю. Так. Верните мне мои деньги! Верните мне мои деньги! Чё за прикол? А чё Бонни недовольный? Ля, и маленькая Бэйби недовольна. Ну, верните деньги! Чё за прикол? Ля, и здесь скандал. Чё в этой гамбургере происходит? Ля, мужик, чё так смотришь? Ля, эти недовольны. Чё тут происходит? Ля, никто недоволен. Ля, и здесь скандал. Так, смотрите. Рокстар Фредди говорит, я не буду это жрать, сами-то жрите, а она его заставляет. Эй, аниматроники, вы чё? Заходите, Чика, Бонни, заходите. Ля, они отказываются есть, смотрите, заказ большой. Офигеть, я понял почему. Тараканы. Полная антисанитария, друзья. Рокстеру Фредди попался таракан в гамбургерной. Блин, я сам не буду такое есть. Сами жрите, вы чё? Надо вызывать санитаров. Фредди, нравится еда? Нет, вообще говно. Капец. Вот это прикол. Друзья. Свинюки открыли гамбургерную, но она не прошла санэпидемиологическую станцию, друзья. Здесь все грязно, они не убираются. А чё тут? Ля, Рокстер Чика, чё случилось-то? Они мне деньги не платят! Ах, они гады! Ах, эти свинючки! Блин, ты только глянь! Пеннивайзов наняли! Ах ты, вонючий Пеннивайз! Чё ты трёшь уже? Поздно тереть! Друзья, смотрите, кругом антисанитария. Кругом таракашки. Они, походу, тараканов жарят и людям продают. Чё ты лыбу тянешь? Чё ты тут стоишь? Подметай давай! Сейчас тебе эту швабру знаешь куда засуну? Блин, смотрите, этих Пеннивайзов клонов наделали. А ну-ка получи. Будете знать, как тараканов засовывать в гамбургерные. Я так и думал, друзья, что это Пеннивайз и эти зеленые свинюки вместе заодно. Получи, чё там трёшь? А ну подотри, давай, подотри, говорю. А я пошёл отсюда! Ух ты, блин, ещё поговори мне.
Сейчас я тебя умою. Сейчас ты у меня сам таракана будешь жрать. Так, получили. Так, Чика, давай чеши домой, все. Ух ты, еще один. Ах ты, Пеннивайз. Палыч, ты чё? Ах ты, блин. Сейчас я этим свиньям получите. Будьте знать, как тараканов засовывать в гамбургеры. Блин, друзья, гадкие свинюки. Они такие зеленые, как плесень. Они такие плесневые, как я. Хе-хе. Я плесневый мишка-аниматроник. А, я страшный. Получи, свинюка. Вообще офигели. Сейчас я им тут устрою. Чика, чеши домой. Хватит руками махать. Ребята, выходите все. Тут, короче, тараканов гамбургеры засовывают. Вот, получи. И не хотят деньги возвращать. Они деньги не хотят возвращать клиента. Получи. А Жанна приперлась. Моя Жанка, подружка. Че вы хотите, свинюки? Ляпа вылазили. Получи. Сейчас мы с вами разберемся. Ого, как! Офигеть, ты видел? Ты это видел? Я в шоке. Ах ты, свинятина! Вы чё, из бойцовского клуба? Они чё, из бойцовского клуба? Я в шоке. А ну иди сюда. Опа! Бам-бам! Ну как тебе двоечка? А ну-ка, вот тебе в живот. Получи. По колокольчикам. Или у тебя нет колокольчиков, да? Ты же свинюшка. Колокольчики только у мальчика. Получи, двоечка. Ну чё, давай, давайте, свинюшки. Сейчас мы вас порвём, как тузи-грелку. О, блин, офигеть. Да как так? А чё они такие здоровые? Они офигенные. Офигели, свиньи. Фредди, подвези. Капец, блин. Давайте, ребята, Чика, где Чика? Получи, свинятина. Ага, Бонни полетел. Да блин. Давай. Ого, блин, да как? Ого. Я в шоке. Они еще бойцовские свиньи. Их что, выкармливали? Они позеленели, потому что стали такими мутантами. Я тоже, походу, мутант. Ха-ха, я мутант. Сейчас будет сражаться мутант против мутанта. А, давай. Сейчас я вам и ваши свинюшные морды понабиваю. Офигеть. Фредди, ты зеленый, давай помогай. Получи. Нифига себе, гадкие свинятины. Друзья, офигеть, а как называют этих зеленых свиней? Я даже не знаю. Блин, сейчас... капец, я оружие хотел взять. Нифига себе, это самые сильные свиньи, которых я видел. Чика, ты живая? Бедная Чика. Так Бонни бегает. Ну все, друзья. Хана этим свиньям. Молоток Тора делает свое дело. Сейчас молоток Тора получу. Получу. Бонни, хватит летать. Красавчик Фредди, блин. Гадкая свинятина сзади подошла. Ах ты гадкая. Они сзади видали, какие наглые. Втихаря сзади подошла. Сейчас мы тебя втихаря твою башечку ублюн. Молоточком-то простучим. Сейчас мы узнаем, где твое... Ух ты, блин, где твое больное место? Давай, Чика, давайте, ребята, вы чё? Давайте их загасим, наконец-то, получа. Вот тебя, будете знать, как тараканов засовывать в гамбургеры. Сейчас мы вам ваших же тараканов позасовываем в ваше отверстие. А идите сюда, свинюшки, свинюшки, хрю-хрю. Где Фокси? А Фокси куда делся? Получили. Получи. Получи. Ха-ха-ха. Вот так вот красно, блин, да как? Хотел сказать, красавчик Фредди. Офигенные свинютины. Давайте, 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 ребята, шевелитесь, давайте. Давайте наваляем этим зеленомордым зеленое рыло. Отчаты, получу. Молоток Тора делает свое дело, получу.
Отлично! Вот тебе! Красавчик Фредик, молодец! Давай! Сейчас! А куда Фокси дел? О, Фокси чешет! О, это Жанка со мной соскучилась! Жанка! Пулеметчица! Ба блин, да как? Как они такие сильные, я не понимаю. Как они такие сильными стали? Ах, они гады. У них китайская кухня, они тараканов жрут. Вы тараканов жрете? Поэтому такие сильные. Ах, вы тараканоеды. Ну ладно, применяю свое секретное оружие, друзья. Ну все, они дождались. Моя лазерная пушечка. Блин, Тику не трогайте. Чику не трогать, говорю! О, блин, да Чика, куда они Чику забросили? Офигели! Ну ладно, у зомбари зеленые. Нет, опять подкралась, ты видел? Офигительские свинюшки. Не подходи, говорю. Давай, Фредди, давай. Не матроники, не Бонни. Лезут, да откуда? Откуда? Получше. Блин, Фредди, да капец. Я не люблю летать, но голова кружится, я не могу летать, не хватит. Давай, Чика, гаси её. Вот, молодец, девочка. И, блин. Они так подкрадываются издалека, эти зеленые морды. Зеленорылые, вы чё? Сейчас я сам вас отправлю в космос, готовьтесь. Сейчас вы меня будете первыми зелеными космонавтами. Вас там сразу ваши зеленые инопланетяне встретят как родненьких. Будете в космосе дружить, и появятся у вас зеленые инопланетные свиньи. Нарожайте там маленьких зеленых поросяток. Хе-хе-хе. Так, друзья, надо закрывать эту гамбургерную. Гадкие свинюки. Ля, я только заметил, у них глаза светятся. У них глаза светятся в темноте. Я не видел. Офигеть. Получи, Жанка. Хватит Чику бить. Хватит Чику трогать и меня, хватит. Голова у меня уже кругом. О, Фокси. Фокси, ты где был? Фокси вообще... всю серию пролазил, где попало. Капец, ну ничего, главное, хоть пришел, молодец. Спасибо тебе большое, что не оставил. Жанку не трогай, Жанка моя. Жанку-то не трогай, Фокси. Капец, он Жанку-то чпокнул. Фокси чпокнул Жанку. Я сам ее хотел чпокнуть. Хе-хе. Получи. Вот тебе. Вот тебе зеленорылая! Да откуда? Они еще размножаются, вы че, свиньи? Откуда они лезут и лезут? Ну все, применяю секретное оружие, друзья, все, они меня достали. Да как? Офигительская свинюка! Все, хана, сейчас вы все сдохнете. Друзья, все, они меня реально достали. Применяю секретное оружие. Так, ну чё? А ну справьтесь с Фредди Флэшем. А ну-ка, получи. Получи, свинятина. Давай. Никто не справится с электрическим Фредди. Красавчик, сейчас мы сделаем из них бекончик. Кто любит бекончик? Я люблю бекончик. Сейчас мы вас зажарим. Ребрышки свинячьи. Так... бам! Получи! И ты получи! Бам! Отлично! Так, останавливаем время. Получи! Ху-ху! Прикольно! Давай, Фредди! Получи! Классно! Ля, он так время классно останавливает! Тихо! Куда мы ложимся? Никуда мы не ложимся! Так, Бонни приперся. Так, все. Все, друзья. Все, наконец. Когда? Блин, друзья, мне кажется, эти свинюки гадкие, они откуда-то телепортируются, реально. Ну ладно.
Он чем больше бекона, тем вкуснее. Сейчас мы их на постном маслице. Да, вот так вот. С прожаренной курочкой хлеба. Вот тебе. Вот тебе свинятина. Давай, 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 Фредди, красавчик. Сейчас мы их заэлектрифицируем. Получи, свинюшка. И ты, зеленка. О, класс. О, Флэш делает свое дело. Класс. Давай, давай, еще одна, вон. Ой, Бонни, Бонни, извини, Бонни. Да что ты под руку-то лезешь? Да что ты лезешь? Молодец. Красавчик Фредди. Так. Ух ты, ля, какой след. Ля, какой след. Офигеть, смотрите. Сейчас я их всех в световую волну засуну. Сейчас они у меня будут розовые. Класс. Смотри, что он может. Вот это да, настоящий флеш-аниматроник. Ты такое видел? Я сам такое не видел. Друзья, это просто бомба. Флеш-аниматроник побеждает зеленых свиней. Пиги-миги! Ну что, друзья, если понравилась серия, если было прикольно, поставь лайк, подпишись на мой канал. А если хочешь попасть в конкурс комментариев, то напиши комментарий и попадешь. Все, с вами был я, Кекс, Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Всем пока!